В августе у меня был отпуск, и мы уезжали отдыхать, поэтому в этом видео я покажу в основном красивые виды и парочку пленеров, на которые я сходила. Местные художники выставляют свои картины на набережной. Получается такая галерея под открытым небом. Некоторые здесь же и рисуют. Это музей Чехова, причем не главный его музей, где находится его дом, а просто это место в замке, где он останавливался до того, как построил себе дом. У него смешное название Омюр. Это переводится с какого-то языка, забыла как. И Чехов, получается, жил в этих комнатах, к нему приезжали разные гости. И просто к владельцам этого дома Иловайским тоже приезжали гости. И этому посвящена экспозиция. Закончила работу на пленэре. И то, что я забыла зеленый, даже наоборот, пошло на пользу работе, потому что я его намешала из разных оттенков, и он получился более такой живописный. Thank you.
Ну, а это дача Чехова. То есть нет, тоже не Вот, ну, главный его дом. Но сохранилось много вещей интересных. Здесь он скрывался от навязчивых гостей, которые все время хотели приехать к нему. А это ботанический сад на склоне горы, в котором как раз я провела второй пленэр. Очень много разных красивых деревьев. Гуляя по саду, мы набрели на какую-то заброшенную сцену. Твой хореограф будет тобой гордиться. Еще один пленэр. Вообще везде было все красивое, но на пленэре надо еще выбрать, чтобы место было удобное для того, чтобы сесть, чтобы и свет падал нормально, и дождь начался, поэтому в итоге я села в эту беседку. И вообще она какая-то старинная и как-то примечательная, но я думаю, ничего страшного. Он на меня посмотрел.